Дружок, ты что ли? Дружок, пошли на море. Идем. Идем, я шарику и тебе кушать взял. Корм. Пойдем. Тебя на пятерке всегда ищу, а ты здесь на море перебрался, друган. Пошли, 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 что сел? Вон как птички утром чирикают. Время без 27. Ух, как утром хорошо. Я давно утром рано не просыпался. Пошли, пошли. Эти, дружок мой. А где остальные все собаки? Нет никого вообще в городе. Утро на море. Лазаревское. Утром уже жарко. Неужели шарика нет? Да, шарика нету. Интересно, где он, наш тип? Пойдем, дружок. Да. Вода мутноватая у берега. Которые приезжают, они вообще по камням ходить не могут. Больно. Да.
я привык уже по ним ходить. Это, прикиньте, вот по этому ходить. Но зато полезно. Массаж. Цветочки там. Видите, еле на ногах стоит. Сейчас шаг сделайте насчет качать ее. С той камерой накупался, минут 10 там побултыхался, вода теплая, градусов 25. Эти в панамах местные бабульки купаются, приходят в 6 утра, вон они вдалеке. Панамка. И так по часу там зависает. Вчера весь день дома провалялся, очень жарко было, даже выходить не хотелось. 9 вечера вышел в магазин покупать. Камеру так и не сделали еще. Утром просто лопат на море. Сейчас через часок уже будет жарко здесь. С 27-го я уже там того же себе оставлял это. Новости. До Туапсе, ходили ласточки, теперь будет до Краснодара ходить. По междугородней автобусу что-то вообще не пишут, молчат. Даже не дозвониться до них. Океанарий мой откроет разные, а вот почему-то про аквапарки тоже не сказали. Вечно что-то не договаривают эти черти. Мозги не уходят людям. Дрейфуют наши кораблики. Джон Сильвер. На ночь всегда туда уходит. Thank you.
показывает. Температура воды 23, температура воздуха 24. 7:30 сейчас утра. 23 что-то маловато. Ну сейчас через пару часов, 25, наверное, будет. Вода меняться может. Может течение быть. Или наоборот. На одном пляже может быть вода теплее, чем на другом, хотя рядом. Потому что родники бьют. На пляже Калипсо, там есть промежуток с лазурным пляжем, там родники бьют. Народ постепенно приходит. Шарика нету, странно, где шарик наш? Я корм специально притащил ему много. Накормить его. Собака он пошла купаться. Та черная, помните? О, с трубой. Перешел я, иду к центральному пляжу, смотрю, шарика там. Время 10:08 утра. Девушка с собачкой сидит. Вот эту штукенцию опустили в воду. Катера поднимают. Понятно.
рыбак один стоит. Сейчас дойду до него, узнаю.